У нас сегодня поступил вот такой вот мальчишка, травма лапы. Ну, кости целы, по всей видимости, может, палец сломан. Сейчас тоже рентген будем делать, смотреть, что у него там. Ну, больно немножко, дай мне лапку, ну дай, дай хороший, дай лапку, не бойся, ну дай лапочку, дай, дай я поглажу, не бойся, не бойся, хороший, все, хороший, ну... Ну, ты хочешь меня тяпнуть? Ну, чуть-чуть, не бойся, все, я не кусаю, все, молодец, хороший, молодец, ну, все, не бойся, молодец, хороший, мальчик, хороший, не бойся, никто обижать не будет, не бойся, ты хороший, все, хороший, просто лапку больно и все, да? Лапку немножко больно, а зубки все равно хотят тяпнуть, да? Чуть-чуть, не больно? Ты так умеешь делать, носик? Эй, носик. Ладно, не бойся, все, хорошо, молодец. Ну все, лапка. Что у тебя с лапой случилось? Ну, он на нее встает, двигает. Лапа рабочая, не словно, просто ранение залечить нужно, затянуть. Сейчас укольчик ставить будем, да? Так, у нас пациент, который совершенно не хочет лечиться. Он лапы трогать не дает, он зубы скалит и кусается. А лапу лечить надо. Лапу-то лечить надо. И укол в задницу. Дай-ка, Михайловна, лекарство, которое мы рекламировать будем. Вот это АСД в баллончике. Фракция АСД-3. Очень вот так вот нужно. Почему? Ну, самое лучшее ранозаживление – это вот эта вещь. Вонючая до безумия, но очень эффективная. Сейчас я ему попробую затянуть... Мордочку. Ну, хорошо. Я тебе сейчас затягиваю мордочку. Затягиваю. Ну, это специально, чтобы ты не кусался. Вот. Зажимаю тебе немножко вот так в уголочек. Вот. Ну, давай сперва укольчик поставим. Михайловна, сперва укольчик. Я держу пассажира. Ага, держу, держу. А, копал, копал. Стоп. Тогда вот сюда вот колем. Вот так вот. Хорошо, подышим. И нам еще лапку намазать надо. А лапку мы тебе как мазать будем? Подержи-ка. К стенке вот так вот держи, просто вверх, чтобы он голову не опустил. Подожди, стой. Ну, я держу нормально. Стой. Вот так вот будет отлично. Давай. Даже можешь лапу взять. Хорошо. Так, не боимся, не боимся. Все хорошо, малыш. Все, успокойся. Все хорошо. Все, молодец, все. Все, успокойся, все. Набрызгала? Так, стоп, подожди. Так, ну-ка, не психуй давай. Попробуй. Попробуй вверх его голову подержать чуть-чуть. Я же вот так... Нет, это не так. Просто, как бы, в таком положении, чтобы он... Ну, был, готово. Угу. Кать, попала? Да, все. Хорошо, все. Все, дома. Киш? Домой. Так. Тут собака-барабака. Привет. Как дела? У собаки 3 перелома. Водичку, не? Ставлена пластина на плечо. В общем, у него тут такие спицы вставлены, тут переломана лапа, тут лапа переломана, и в плече пластина стоит, тройной перелом, да? Кази, вот такой, такой барбос. Вот, я говорю, что у нас чудо-врач, вот Вадим, он просто, грубо говоря,
Молодец. Он не просто Вадим, а Вадим Александрович Грицкевич. Вот. Он молодец. Такие сложные операции делать, что собака, в принципе, три перелома подряд, и она уже на четыре лапы становится. Но я сейчас не хочу ее поднимать, это излишне. Чем дольше он лежит, тем лучше, но Михайловна врать не будет. Если она заходила, убирала, видела, как он стоял на четырех лапах, Михайловна видела? Да. Ну вот. Несколько шагов сделал, молодец, ты будешь ходить, молодец. Привет. Ты не хочешь погулять? Хочу. Ты морда довольная, выходи давай. Малышка, выходи. О, ай, умница, иди. Малышка, иди сюда. Иди ко мне. Иди, иди, хорошая девочка. Да, такое хорошее. Да. Да. Ты сидишь тут, да, на улицу хочешь, да. Да. А что, уже не больно? Все. Да, хорошо. Ай, умница, молодец. Малышка хорошая. Ну, капюшон пока нельзя снимать еще. Да, воротник называется. Да, ты хорошая, хорошая, хорошая собака, хорошая. Ну, у малышки вырезали вот такую вот огромную опухоль размером, ну, с мячик, наверное. Там несколько килограмм в этой опухоли было. Вот, ну, я думаю, килограмма два, не меньше опухоль, да, это? Ну, здесь и не больше, такая солидная шишка была. Вот, сейчас она прекрасно себя чувствует, швы у нее все в порядке, все сухенько, все хорошо, в принципе. Здесь чуть-чуть, угу, нормально, все. И, слушай, собака, у тебя хорошо дела идут, все хорошо, будешь бегать, молодец. Так полегче стало, да? Доктор молодец, вообще умница, хорош. Ай, чешется, как ушко чешется, капюшон мешает, да, а без него нельзя. О, привет. Ты освоила по духу? Ты освоила по духу? Привет. Вот такая вот девочка к нам поступила. Такая маленькая. Ой, ты кто там капельки такие сделал? Такая славная девчонка. Во какая. Красивенькая. Да? Кажи, мордочка такая симпативая. Во. На ту еще похожа. Ай, умница. Такая смешная девчонка. Да? Умница, хорошая девочка. Маленькая хорошая девочка, умница такая. Вот. И подушку в угол заложила, но опять ее скинула. Ты тут будешь сидеть, спать. О. Ну посиди, скоро тебе дом найдется. Срочно тебе дом, домашний такой, хороший дом тебе. Такую сладкую умницу. Такая классная девчонка такая. Прыгай. Давай. О, ты кто? Кто там у тебя? Лапка? Наверное, палец сломан у нее. Как тебя зовут? Собака-барабака? Не? Не кусяка? А погладить можно? Твоя умница. Бельчонок. И что у нас с бельчонком? На задние лапы не встает, да? Ну, сегодня врач приедет, будет тебя смотреть, что ты не встаешь. У него вот такой клещ. Еще один. Ну, температуры нет. Ну, температуры нету, дай бог, чтобы они не заразные были. Еще один. Красавцев насобирала. Куча. Есть еще, да? Побольше и поменьше. Так, у нее здесь что-то лапа ободранная, надо посмотреть. Разрезанная. Дай-ка свету подкинем. Ну-ка, дай-ка гляну, что тут у нее. Да здесь старый. Зажил. Угу. Так, ладно, сегодня доктор тебя смотреть будет. Бельчик, будем тебе сегодня рентгенчик делать. И смотреть, что ты не ходишь-то. Что у нас тут дальше? Привет. О, ты что, лабрадор? Лабрадор. А что это тебе такой нос коричневый? Так, это у нас парень, который на задние лапки не ходит. Ну-ка. Девушки, чистый ты? Чистый. Ну-ка, ложись, дай посмотрю, что ты.
не ходишь там. Подожди ты, стой. Ну, пролежней нет, все тут хорошо. Вот. У него даже, ребята смотрели, клеймо имеется. Но, видно, травма была. Или позвоночник, или что, лапы. Он же чувствительности, походу, нету. Владимир сегодня приедет, будет смотреть, что с ним. Ну, мальчишка не ходит. О, привет. Тебе привет, такая сладкая. Как дела сегодня? Ты покушала? Покушав, правда? Ой, ты умница-то. Ой, глазик на место встал. Один глаз, наверное, отсутствует, там просто дырка. Ну, врач сегодня приедет, смотреть будет. Девочку просто выбросили в лес. Видит, а? Эти глаза. Видит, да? Хорошо. Девочка. Надо капать глаза и сейчас начинать уже. Девочку маленькую совсем, я не знаю, какой ее возраст. Дай зайка посмотрю. Она, кстати, не старая. Уж не старенькая, да? Дай посмотрю, зай. Ну, не такая уж она и старая, скажем так. Я не вижу такого бешеного налета на ней. Ну, сейчас травмировать не хочу ее просто. Вот это вот маленькое создание выбросили в лесу. Если бы, скажем так, не человек, который занимается, ну, увлечение у нас у всех. Сейчас мужики на рыбалку не ходят, сейчас все с металлодетекторами лазят. Вот, по счастью, человек залез в этот лес, искал, ну, как говорится, клады, да, и нашел вот эту маленькую девочку, совершенно брошенную в лесу. То есть ее кто-то просто вышвырнул в лес. Ну, я говорю, у собак тоже есть свои ангелы-хранители. Вот здесь вот под шерстью не видно. Я провожу по спине, у нее как у бронтозавра все. Позвоночник как какое-то самое. Ну, то есть у ребра все прощупывается. Она очень худая. То есть сколько она в этом лесу находилась, неизвестно. И вообще кормили ее или нет. Да, маленькая зайка. Ну, что у нас случилось? Покажи глазку, стой. Глазку вот так. Вот, молодец, хорошо. Ну, собака с очень покладистым характером, очень хорошая девочка, спокойная. Я очень надеюсь, что сейчас ее в порядок приведем. Врач посмотрит, что там у нее с глазами нужно сделать. Подкорректирует. Есть ли смысл, может быть, удалять придется. Возможно, она на всю жизнь слепая все-таки будет. Но пекинес, извините, такого размера, мини, с таким чудо-характером, и даже слепая найдет дом всегда, я больше чем уверен, потому что характер у нее просто шикарный. Очень ласковая такая девочка, спокойная, зайка маленькая. Да, зайка, почесать зайку надо. Давай лапочки, маленькая, в лесу сидела бедная собачка. Вот, умница, все, хорошая девочка. Глазик доктор посмотрит. А, ты запуталась, да, я отцеплю сейчас. Стой, стой, вот так. Ее в порядок просто привести нужно. Раскраска шикарная у нее. Ну вот. Вот такая чудо-девчонка у нас. Да, зайка? Все. Сегодня доктор тебе посмотрит обязательно. Давай глазку закапаем. Капельки капнем сюда. Давай. Видишь, у нее опять глаз. Сильно не дави, Михаил, не разрывай глазницу. Все. Вот так. Ну, тот пускай глаз смотрит. Кушал? Ну и хорошо. Кушал, зайка. Вчера покушал. Молодец. Все. У тебя своя коробочка, да? Ну, она понимает, что тут лучше спать, чем вот тут. Ну, еще хорошо. Ну, кто вот такую собаку выкинул, а?